Ребят, всем привет! Турнирчик вам попробую записать. Герой у меня безэмочный, поэтому обороны первые безэмочные, смотри, дали. Смотрите. Короче, я, ребят, поставил тут красных побольше, чтобы в центр летели камни больно. И это средние герои, для них четверки, кстати, важны. И нужны. Так, вот эту как подвинуть в бок? Никак не подвигается, да? Ну, давайте подвинем его так повыше. Ну давайте тройку возьму. О, как больно ему. А что, он не сдохнет, да? Так бы в пустоту камень улетел. А так не летит. Ну ладно, давайте вот так, потом морда в пустоту полетит. О, судри-то мы зря заряжаем, конечно. Нордри, судри, одинаково, короче, для меня. Блин, затыкали барана моего. Вот тебе и худоба. Худой и слабый дрищ он у меня. И буквально пару тычек и триндец ему. Так, смотрите, я, ребят, вообще никак не заряжаюсь тут. Он тут как раз нет, промазал. Короче, вдвоем они тут должны затащить этот бой, да? Ну давай, увернитесь оба. Оп. Одно у ворот есть, а эти. Давай бей. Ни хрена, ребят, не пробил. Дно я пробил только что. Вот тыкают, а? Черти. Ой, закомбило. Так, 6 камней, этого мало. Короче, все, трындец, ребят. Ой, лишнее полетело. Двоих добивает. Так, план безэмочных героев не сработал. Баран вообще-то сдох. Мгновенно. Что с ним не так? 390-600. Баран, иди в баранью эту. В бараний мир какой-нибудь иди. Так, тут лекарь по центру. Но это максимально для меня полезно. Можно кидать все, что не попадя. Только беда в чем? Он атаку поднимает. Вот это количество красных камней. Я столько не видел еще. Ну-ка, давайте два. Два хлопчика. Они, короче, ребят, безэмочные, тоже ни хрена не бьют. Так погладили что-то, да? Ну, что-то как-то разбили, да, мы их? Так, Бьорн Далин. Эти не добили ни хрена. Так, красный центр. Может, просто фиолами пойдем, я не знаю. О, давайте синий, Йокоханин есть. Вот Гуннар есть, смотрите. Как объединим, как звезданем? Нет, это ерунда получается. Вот так и вот так давайте. Посмотрим, что получается. Ой, синих дали. Так, четверку сделаю, не знаю зачем. Синих много. Ну, давайте вот так шурану. Ой, прекрасно. Так, добьем, наверное, да? Как найти-то мне своих камней, а? Давай снизу синий, замкнись. Нет. Сейчас мне броню срежут, короче. О, четверка пришла. Прикольно. Так, его надо убирать 100%. Давайте. С
срезочка. Этот сколько бьет? По 360. Птенец. Ну, что-то примерно то же самое, да? Камни лишние выбросим. Так, а Бьерн дали, но не хватило, смотрите. О, так, что он как бьет? Должно хватить вот так. А, нет, не хватило. Ну, синие есть, что-то не вижу. Синими добили и зарядка, нет? Нет, зарядки, блин, средние. Да к чему медленно вы заряжаетесь? Ну, давай, родная, положи птицу на лопатки. Звезданет сейчас, как по мне, половину насмерть нахрен. Есть один. Гунар. Броню себе ставит, да? А у меня, смотрите, есть синий, который диспелит. Мне кажется, зайдет. Я прокину вот так. Комбо побольше. Вомбо побольше. Так, филетики. Вы вообще не актуальны, если что получаете, если я не заряжусь. Так, он медленный, он не должен с одного камня зарядиться, да. А я посмотрю, что тут еще с камнями. Ну, давайте так трехой добьем его, наверное. Есть. А больше камней нет. В пустоту вот так один камень надо запулить. Тогда я заряжусь. Больно. Ну давайте, родные. Хрен там, ребят. Опять не пробрал. Так, давай, добил, фу ты, ну ты. Так, Бьерн. Хрен опять там не добил. Что ты будешь делать? Давайте вот так вот. И туда. Этот, блин, себе атаку срезал. Кристалл синий. Добил. Китайцы, иероглифы какие-то. Так, это кто такой? А есть у меня зеленый кто-нибудь? Нет, бьющий. Угу. Хрен там. Никто, ребят, не бьет. Поэтому идем так же. Поляны неоднозначные, да? Серо, буро, малиново, красные. Так, четверку мастерю. А что он делает? Я не посмотрел. Ну, как минимум, он сейчас будет ходить. Бах! Двоим дал по башке. Обидно. Бля, какие тычки больные. О, какие тычки. Да опять он выжил, ты смотри-ка. Бах! Хорошо убирает. Что-то она совсем как-то скудненько бьет, если честно. Что-то меня не устраивает. И этот хреново долбанул. И Норель-то сейчас звезданет. Сколько у меня ворота? Один ход. Давайте комбить, раз один ход. У нас один шанс выжить. Во всех попал. Нахрен бы такой шанс не нужен был. И этот сейчас еще, наверное, во всех, да, звезданет. Что он там умеет делать-то? Выжили, смотрите, ребят. Только мне это ничего не дало. Никого не добил вообще.
Оставь это мне хотя бы в живых. Нет, в нее как раз попал. Затыкали, короче. Ну да, ребят, на тройках, на качать тройки, чтобы играть в оборону, ребята, такая тут автобой, короче, поставил. Даже одна победа есть. Ладно, вам удачи, ребят, пока-пока.